помещений. Почитайте внимательно статью Кодекса об административных правонарушениях. Вы все сейчас под нее подпадете. И все, кто сюда зайдет. Очень легко мы его помним. Сейчас скидывайте, если показываете, если у вас нормально с документами, закрываете на сегодня и переезжаете куда-нибудь в другое место. Можно по-другому вывести вас всех отсюда, на протокол. По данной статье предусмотрен арест до 15 суток. Ну, да. Рождество вы встретите кое-где. Я никого не предупреждаю, никого не угрожаю. А если вы сейчас будете продолжать снимать, вы уедете в первый федеральный. Почему? Ну, это где-то прописано, это статья, да. Что он может снимать. Я ж имею полное право, это ж общество. Ну. Снимайте. Ну. Я ж никому не угрожаю. А вы думаете? Ну. Он там на первом этаже тоже есть ивент-пространство, там специально корпоративы и все остальное. Я так понимаю, снимает арендатор, это ваша начальница или начальник там? Директор. Ну, директор. А вы только представляете, да, ее интерес? А вы непосредственно кажется, для надзора? Нет, просто гость. Ну, а фильм? А? Что мы органов? Ну, не знаю, кто. Еще раз вопрос. Нейрофильм, вы собирались когда-нибудь? Не, не мы. Да-да, они, ну, показания снять могут. Только такое помещение сказать, в таком ужасном состоянии. Неужели просто... Я сколько сказал. Так, блин, проблема в том, что дешевая ставка на метр квадрат. Нет, ужасно. И сам город. Здоровый город. Но, во-вторых, мы финансировали, а наступила зима, и опять потекла крыша. Но не соблюдает смерть. С этими делами квартиру уже ранее. Что, можно в туалет выйти? Да идите, шум. Господи. Я иду писать, скоро верну.